запрещай себе творить. Пусть иногда выходит криво, твои нелепые мотивы никто не в силах повторить. Не обрывай свои цветы, пускай растут в приволье диком, молчанием, песней или криком среди безбрежной пустоты. Не запрещай себе летать, не вспоминай, что ты не птица. Ты не из тех, кому разбиться гораздо легче, чем восстать. Не запрещай себе любить, не нужно чувств их бояться. Любовь не может ошибаться и все способна искупить. Не бойся жить, не бойся петь, не говори, что не умеешь. Ты ни о чем не пожалеешь, да будет не о чем жалеть. Не бойся в камне прорастать, под небосвод подставив плечи. Пусть без мечты порой и легче, не запрещай себе мечтать. Я не поступила. Все, с меня хватит. То творчество, что живет внутри меня, уже никому не нужно. Ради чего я все это делала? Эй, привет! Ну что, как экзамен? Подожди, не трогай, не видишь, она расстроена? Ну все, собирайтесь, там в корпусе вечеринка в честь поступивших. Ну что, ты идешь? Нет, почему? Я не могу. Что? Давай, будет весело.
only thing you really see. Watching while the world keeps spinning round. Somewhere there's a place where I find who I'm gonna be. A somewhere that's just waiting to be found. И что это такое? Чему я тебя учил? Кувшин не дышит, композиция съехала. Больше пространства, больше воздуха. А что с цветом? Что за кашу ты намешал? Так вы не смотрите глазами, вы почувствуете душой. Мое творчество сидит вот здесь, внутри, и рвется наружу. Нет, на выставку не пойдет. Я видела, как ты писал. Я тебя помню. Ты была на вечеринке худграфа. Да, точно. А ты тогда не очень красиво поступил. Я хотела тебя поддержать. Верно, извини. Тогда был не самый хороший день. У меня тоже. Я тогда узнала, что не поступила. И все же, тяга к творчеству у тебя не пропала, как я вижу. Да куда же этой тяги деться? Творчество ведь всегда внутри. Что ты больше всего ценишь в искусстве? Свободу самовыражения. Когда ты свои чувства и то, что у тебя внутри, можешь показать всему миру. Каждое движение руки, каждый мазок на холсте отражает тебя. Это не твое творчество, это и есть ты. Краткий взгляд в твой мир, в твои прошлые страхи и будущие амбиции. Проникновение в тот страстный момент. Первое прикосновение или поцелуй. Воспоминание о том, каково это — быть живым. Напоминание, что внутри тебя есть нечто глубокое, сокровенное, манящее. Внутренний свет, который ты можешь выразить любым возможным способом. И этим способом является творчество. Это и конфликт. И компромисс. И новое видение жизни. Каждый раз. Всегда новый взгляд. И это же так захватывающе. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace.
Сменяются годами, течение жизни вдаль несет все те волнения, моменты, что каждый в мире проживет. Ее мечта не за горами, и снова в творчество шагнет. Душа, омытая слезами, своими силами рискнет. Играют краски под руками, он творчеством своим живет, превозносимый похвалами, предоставляет он отчет. Чему я тебя учил? Постойте! Каждый имеет право на свободу самовыражения. Вы смотрите на произведение и видите просто картину. Но взгляните глубже, вникните в самую суть. Ведь настоящее творчество внутри.